Так, где-то я на скеллиге остановился. Так, то ли задание здесь поделать, или вернуться. Так, с Хьялмаром задание интересное. И Керрис тоже. И посты поделать. Ведьмака не найдешь. Скажите, ребятки, куда это вы собрались? На Кера. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Покажи мне свои топ. Ага, у меня тут трофеев-то. 10 килограмм целых надо скинуть. Покажи мне. Будь здоров. Дружба не дружба. Таких, как ты, вообще на ветра пускать нельзя. Спеши.
лейтенант. Давай, Плотва. А! Пес паршивый. Он всегда такой кривой. Стражникам берегись. Они хуже разбойников. Пока не поселились здесь двое, которые решили ограбить банк Вивальди. Выдумали, что прокопали. Ну? Гончий лист. Так, ну вот где храмовый остров я знаю. Кривые хаты не знаю где. Чтобы бедноты да столько рук неси. Такие времена. Мой сладкий. Я ведь не какая-нибудь расистка. Человек, эльф, краснолюд. Главное, чтобы соблюдал. Сударь, ведьмаки! Помогите, муж. В чем дело? У меня в доме что-то завелось. Воет, цепями гремит, тарелками швыряется. Аж страх войти. Уж вы проверьте, что за призрак меня навестил. А я золота не пожалею. Морок? Планетник? Ну ладно, я посмотрю. Премного благодарю.
Идите за мной. Покажу вам дорогу к дому. Войска за рекой меня несколько беспокоят. Только у меня шафтаны по последней моде. В голове шумит. Выглядит как нильфгаардский. Ага. Вот и наша ведьма. Достойной компании. Рассыпаться! Обманывают. Обманывают? Я же только сказала, что в доме что-то завелось. Я же не знала, что это охотники. Да, зато охотники отлично знали, кого они ждут. Это скверно пахнет. Ну, хорошо. Может, я и не все сказала. Да и золота у меня нет, чтобы вас вознаградить. Но это не значит, что вы уйдете с пустыми руками. Вот, ключ к сокровищу. Один из трех. Охотники наведут вас на след остальных. А мне... нужно бежать как можно скорее. Некоторые на тебя смотрят косо, но для меня ты делаешь. Жрать охота. Сделать меня. Эй, зевак! Смотри, куда идешь. Эй, ты чё? Сил нет. Эй, зевака! Рыба должна была быть свежая. А это что? Свежая рыба. Это свежая рыба. Эльфская кровь. Проклятая сеть. Фу. Рано ли беды, ведьмак? Это оскорбление величия вечного огня. Она магией занимается. Незнание не освобождает от ответственности. Должно быть что-то. Ты сам напросился. Только мутантов нам тут не хватало.
В жизни прекрасны только желтые нарциссы. Вечный огонь нас хранит. Но и такой вот ведьмак иногда тоже. На спине колчан ноль. Меня опередили. Интересно, что это? Ну вот и последний наш фриц, это кривые хаты, походу. Сингапурские кровопийцы можно сделать. Не побегать сначала по вопросам. Помоги убогому! А в Вазиме тоже с голоду дохнет? Тена! Афонский труп! Чтобы бедноты достать! Эх, если бы мой старик был такой же важный, как я, сам бы чудище убил. Давай, плотва!
скотина! Не засохло. Ты уже покойник. Слева заходи, слева. Он его убил. Прибью как собаку. Похоже, дождь собирается. Заходи сзади! Дай!
рубить их капусту. Все, хватит. Давайте ему продохнуть! Ха-ха-ха!
Хорошо. Если у меня сын на... Что-то погоды не могу поймать хорошей. Ты чего плачешь? Мой суженый пошел в лес проверить силки и не вернулся. Что-то с ним случилось. Я слышала, как он кричал, но одна туда боюсь идти. Пойду проверю, что там случилось. Спасибо. У меня есть деньги, я тебе заплачу. Еще след. Плохие вести для этой женщины. Ее жениха загрызли дикие псы.
Ты его не нашел? Нашел, но... Ничего не говори. Я по лицу твоему вижу, что... Пожалуйста, возьми деньги. Спасибо. И мне очень жаль. Могу я хотя бы за телом сходить? Это опасно. Но если решишься, он лежит возле силков. Спасибо. Прощай. Покупайте, Габриэль! Покажи. Да уж. Будь здоров. Покупайте! Покажи. Будь здоров. Охота лазить по вопросам. Ну, в принципе, тут немножко осталось и здесь потом. Тут прилично. Потом как-нибудь и квест поделать.